такой режим тренировочный, спокойный, и ты можешь успеть и так же и восстановиться. Для этого есть сауны, массажи и полностью пляж, тем более море. Я считаю, что это и два в одном отдых, и тренировочный процесс. Так что я думаю, отойду от этого быстро и снова же буду с голодными глазами, знаете, на Евро бегать.